Привет-привет, ребята! С вами Конфетки ТВ. Посмотрите, что у меня сегодня есть для вас. Вот такие вот разноцветные шарики Орбис. Но не просто шарики Орбис, а в них у нас спрятаны сюрпризы. Давайте поскорее посмотрим, что же там прячется. Так, берем первый стаканчик и высыпаем. Посмотрите, как они красиво прыгают. Опа! Ну-ка, давайте посмотрим-ка, что у нас тут внутри. Ух ты! Какой красивый скафандр у кролика Ребекки. Посмотрите. И подставочка. Так, берем второй стакан. Опа, второй сюрприз. Ну-ка заглянем, что там у нас. Да это же овечка Сьюзи, медсестра. Посмотрите, какая забавная. И тоже с подставочкой. Так, давайте скорее смотреть дальше. Еще один сюрприз. Ну-ка заглянем. Что у нас тут? Ага, опять кролик Ребекка в скафандре. А тут у нас кто спрятался? Ух ты! А тут у нас Джордж в форме пожарного. Какая желтая яркая форма. И он у нас тоже на подставочке. Смотрим дальше. А тут у нас свинка Пеппа в форме медсестры. Как интересно. Ну-ка посмотрим, что у нас. А тут у нас свинка Пеппа поваренок в красном платьице. Красавица. Смотрите, сколько у нас шариков Орбис тут получилось. Много-много. Какие они яркие. Как они прыгают. А какая фигурка больше всего нравится вам? Напишите мне в комментарии. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на наш канал Конфетки ТВ. Пока-пока!